За результатами национального рейтинга состояния инвестиционного климата следят не только в регионах. Руководители организаций, связанных с поддержкой бизнеса, считают перемещение на 11-ю строчку дополнительным стимулом развития Чувашии. Я думаю, что сегодня для республики это очень большое достижение. Там многие крупные регионы, там с миллионами жителей и тысячами предприятий стоят ниже по рейтингу. Все вокруг Москвы, там многие центральные регионы тоже не вышли на такие уровни. Поэтому я думаю, что и бизнесу в Чувашии, и руководству надо, правда, сейчас не расслабляться и всячески идти вперед. База создана. Ведь республика-то выросла на самом деле. Показатели улучшились, но кто-то улучшил их больше. И чем выше рейтинг, тем сложнее продвигаться вверх. Да, это всегда так. Поэтому я думаю, что тот опыт накопленный, который есть у республики, нужно просто обратить внимание, за счет чего другие регионы росли быстрее. И в следующем году вернуться в десятку, это вполне реально для Чувашской республики. Что касается Чувашской республики, вы знаете, мы неоднократно проводили стратегические сессии, будем продолжать проводить по малому и среднему предпринимательству. И самое главное, что те проекты, которые мы в Чувашской республике приняли в периметр корпорации, из них 85% были успешны. Это важно. 11 место действительно это достойное место для республики, потому что с момента формирования или введения этого рейтинга Чувашская республика всегда в числе лучших 20 регионов Российской Федерации. Но если посмотреть этот список, то в текущем году мы в числе лучших 3 регионов Приволжского федерального округа. Также, конечно, необходимо отметить, что возглавляют такие сильные регионы, это рейтинг, это Москва, Тюмень, Татарстан. Но, соответственно, исходя из этого, нам придется конкурировать, приходится, или мы конкурируем с такими сильными регионами, которые, в общем-то, имеют преимущество и в части географического расположения, и исторические преимущества. Наша задача не только просто быть в числе лучших регионов по инвестиционной привлекательности, наверное, а наша основная цель – это привлечение инвестиций именно в экономику республики.